находимся в заброшенном отеле. Хотим. Может быть, и не отель. Но, скорее всего, это отель. Видимо, это лагерь. Что это? Лагерь. Лагерь? Это дальше было. Дальше это. Нет, скорее всего, это отель. Лагерь был дальше, впереди там был. Сейчас пойдем посмотрим, что тут есть. И как тут было. Есть ли вообще вход сюда? Нашли вход, сейчас пойдем и заходим. Ну да, смотри, вот такие дожди, я думаю, что это здесь вход. Карта не та, как для детей нарисована. Детская, да? Детская, так. А здесь такие детские дети, у нас детские. Жалко, что такое заброшено, да? Угу. Там чудовые норы. Заходи. Ну, а у нас сейчас на лёг стоят. Давай люди посмотрим. А потом уже на лёг, да? Давай мы посмотрим. Первый интересный. Ну да. Смотри, тут горело что-то. Видишь? Это же всё сгорело, да? Это же всё сгорело. Это же всё это. Вот, видишь, вещи. Матрасы. Наверное, кто-то еще жил бездомный. Надо осторожно туда. Это ему сюда нельзя идти. Да, тут лапками ему не надо. Пойдем. Скорее всего, здесь было бюро. Тут остекло. Стой. Кому надо? Сам он сзади. Дальше посмотрим, что здесь. Тоже комната темная. Ну, скорее всего, дождь. Тут заходить не сможет. Только если вот так заснять. Нет. А я здесь. Здрасте. Тут, в принципе, тут одно и то же. Да все комнаты одинаковые. Это комната. Да, здесь даже имена написаны были, которые здесь были. Записывали себе имена. Тима, Мимету, Коня. Лаука, нет, там. Деси, Ани. Ну ладно, давай еще пойдем. Ани, да? Здесь, скорее всего, кто-то жил или живет. Пойдемте дальше, пойдем наверх, посмотрим. В принципе, все одинаково. Зато видишь с видом на море. Давайте снижить видео. А? Давайте снижать видео.
Thank you.